очередной день, очередной влог, четвертый. Мы пришли с Аркадием на пляж, сегодня ветер, и вот мы наблюдаем, как летают. Ух ты, вот парень, да? Классно они катаются. И вот девушка. Пришла с собачкой, вон она катается. И собачка бегала здесь, как Микки прям маленькая. И сейчас вот, видимо, понял, что гавка бесполезна. Мама ушла в заплыв и пошел спать Люк. Очень даже опасно. Нам тоже вот прям возле Аркадия вот так она упала. Вот прям вот, оп, вот отпечаток ее был. Сидел ровно. Типа там поролон, типа вроде легкая. Но ветер все равно, знаешь. Что-то не пруха ей. Не получается. А, за доской пришла. Поняла, что можно спать идти ложиться. Да, все, полетело. Собачка, как Микки, увидел мамочку свою. Плавалась, это минутная сока, 20, да, была в воде? Они с веревкой ее отпускали, я видела. Очень интересно было наблюдать. Идем тоже купаться. Приятного аппетита. Тарелочки у них новые, по-моему, да, стали вот и поменьше, ну как бы поменьше. Я всегда жила, поменьше надо делать порции. Не поменьше. Да? Очень вкусно сидим вот в нашем ресторане. Кушаем. Вкусно? Сочный лимон. Сочный лимон. Как
Всем привет! Мы приехали опять на морские процедуры, то есть минеральный цветочек увидела, красивый, тени птиц. Мне народу поменьше, поэтому быстренько сниму. Вот, хочется показать. Вот так мы сейчас будем принимать сеанс в горячей минеральной воде по 20 минут 3 раза. Да. Где? Покажись, Аркашенька. Где ты? А, вот он ты. Кто скажешь? Никто не спрашивает, видео снимаю, как мы принимаем горячие ванны. Вода теплая, горячая. Я 15 минут могу высидеть. Ну, надо 20, ну, сейчас, ладно, 20 посижу. Просто скучно, просто так сидеть. Наслаждаюсь, очень вкусный запах здесь. А, цветет липа, и это просто очень взрыв мозга. Так, облокочу. Одна 5-литровая, да. Потому что я ее выпила. А? А, у нас тоже да, закончилась меня. Куда? Бивотель, да. У меня четырнадцатка пришла. Ну, я вас покупала 50, у меня закончилось. Он 30 купил, я 50. Мне просто я... Работы надо. Ты за мобильник покупаешь? Да? Че так рада? Сейчас потом пойду по территории погуляю, покажу, как здесь красиво. Пахнет вкусно, птички поют, птички, водичку пьем. Так, Гаяне Джан поставила, нравится мои сторис. Да, Гаяне Джан, вот так вот лежу в минеральных водах, чтобы не скучать по нашему любимому внуку. Кариночка посылает столько видосов. У нее такие сторис классные, как они в зоопарке были, когда это вообще, не знаю, как он пальчик чуть не укусил, ну господи. Я так испугалась, когда он этот кормил, вот как собачек моих, он же тоже собачек моим, сыр туда, сто это, и он пошел даже, уже, ну, знал, что как надо покормить животное. Рудьку дает ему с этой травкой, и он его раз так пачком съел. Ладненько, пойду поплаваем. Так, доброе утро. Вон Аркадий у меня. А я уже вышла. Пью теплую минеральную водичку. Прямо из источника. 15 минут я выдержала, потом мне уже как бы некомфортно. Мы приехали вот опять. Уже пораньше приехали, в понедельник. Народу, конечно, поменьше. Принимаем горячие ванны. Так, я пришла вот сюда, небольшой лесочек, показать вам его. Ничего необычного, как у нас в лесу на даче. Только комаров нету. Ой, бабочки три аж. Эй, привет! Сейчас воды опять наберем. 5 литров я уже выпила воды, которую я в тот раз набирала. А, получается, ну, когда мы были? В субботу. Сегодня понедельник. Я постоянно, ну, пью, стараюсь воды. Здесь тоже уже вот вторую пью. 850 у меня бутылочка. Вот так вот. Сейчас пойдем на третий заход на 20 минут. И, в принципе, все. Сегодня еще вроде по планам у нас грязи.
мы познакомились с женщиной здесь, вот, и она ездит и, ну, предложила нас с собой брать. И мы, в принципе, очень довольны с Аркадием. Как бы до этого мы брали машину, ну, на прокат, получается, да, у наших местных ребят. Вот. Ну, здесь, в принципе, если кто-то едет, почему бы не поехать? Вот так вот. Все время, наверное, уже надо заходить в третий заход. Как красиво. Ой, бабочка. Так, 3 сеанса по 20 минут пройден. Говорим этому месту спасибо и едем в другое место. Под это прекрасное пение птиц. Опачки. Красивый бордюр. Мы приехали опять набрать воды. Той, которой вот купаемся. Вот люди здесь все набирают воды. Здесь прям очередь, нескончаемый поток. Она очень полезная, щелочная. Я вот тоже сейчас вот выпила. Вот таких уже 2 я. Сейчас в машине 3-ю выпью. Вот она щелочная, Аркадий рассказывает. Ой, как красиво там. Пойду прогуляюсь, пока они набирают. Шатер бы вот такой бы на дачу. На дачу. Вот это крытые солевые, не солевые, а минеральные источник, говорят, вот здесь он работает и зимой, и летом. Ой, какая живая изгородь красивая. Инжир, походу. Погуляю, пока они не набирают водичку. Вот такая конструкция. Простенькая. Надо соорудить, Аркашенька, на даче. Оп! И комаров кормить. Не наш случай. Сейчас мы должны поехать на косу. Мы решили сразу набрать грязь. И у себя потом можно будет помазаться. Так что увидимся на косе. Так, у нас есть гид хороший, который нам сказал, давайте проведем экскурсию. Вот эта купельня вот здесь находится. Вот. Турецкие бани. Турецкие бани. Понедельник выходной, наверное, да? Да, да, да. Поэтому никого нету. Иду, иду. Бани, греть не надо воду, да? А они бывают включены зимой только? Да нет, это не это исторические. А, это исторические, знаешь, раньше. Султан, заехал здесь. Птички теперь здесь поют. Играются. Там... А он тоже не работает, да, со мной? Там. Ну, здесь, наверное, можно гулять, раз есть такой этот бордюр. Просто. Не, можно, вот там лестница. Конечно, можно. Вот видишь, все дорожки сделаны. Ну, я вот. Говорю, да, люди ходят, просто гуляют. И просто... написано, что где было, что как восстанавливать. Камни. Мне больше зеленая часть нравится. Больше зеленая часть нравится. Так, что тут у нас? Так, здесь тоже что-то такое из камней. О, здесь выход есть сквозной, видимо. Здесь, наверное, вода так заливалась, туда текла. Ой, какие розы. Какой вид. Аркашенька, я хочу здесь фоточку. Однозначно. Одну. Я вообще что-то фотки перестала делать. Боже мой, почему? Даже не знаю. YouTube и Instagram так все забирают, эти введения влога.
такой куст у меня почему-то погиб на даче красный. Надо мне тоже его еще раз посадить. Сейчас Аркашеньку попрошу сделать фотографию. Так, мы уже приняли все процедуры и пришли вот водички. Набрали очередной раз. Я увидела красивую фотозону. Сейчас мне Аркадий здесь сделает фоточку. И даже не пахнет. Так, сейчас будем делать фоточку. Обратите внимание, какое красивое вон то толстое дерево. Мои цветочки. Давай, Аркашечка. Ну я не испугалась, что его бояться? Он у меня сидел маленький на ручке такой. Желтый еще снимал. Ну, Аркашечка, не надо меня. Вот такой колесенький ты. Где бассейн? Показывай. В здание загляну. Так, это турецкие были раньше сауны, а вот бассейн, да? Сауны, скажите. Ага. Ага, вот так. Здесь зимой хорошо. Понятно. Ух, жарко. Да, мы приехали сюда, как и планировали. Море здесь так себе ветреное. А, более того, какой-то даже я вхлопнул ветерок. Да, я с вами. У меня съемка. Здесь мы грязь покупаем. Я вот первый раз здесь. И мы, слава богу, сегодня не на велосипедах, а на машине. Здесь просто люди бывают топлисы. Надо посмотреть, да. Мажутся. Добытчик. Грязи добытчик. Грязи производитель. Танцует. Танцует не на камеру, он танцует. Думаешь, тебе что ли танцует? Приятно с полезным, да. Все, дома уже были, покушали тосты вкусные, Аркашенька сделал. Я вот пришла на пляж, села в тенечек, время 4 часа, сейчас Аркадий придет, с грязи будем мазаться. Хочу дойти до моря, но такая горячая земля, хотела сказать песок, одену тапли. Пойду. Водичка чистая, хорошо, песок очень горячий, невозможно идти песком. Сейчас посмотри, как маленькая, какая водичка. А, да, потеплело по сравнению со вчерашним днем. Тепленькая. Никого нету на пляже. Вчера в воскресенье много народу было. Все-таки выходной день, видимо. Поэтому людей было много. Пойду окунусь. Идет на море. Подумал, нет, дорожка что-то не очень хорошая.
Друг мой. Ой, приблизила слишком. Я искупалась, так хорошо, вода теплая стала прям вообще. Так, дрюк. Лежу в тенечке, смотрю и Кариночкин видосик вообще пересматриваю. И свои видосики с таким кайфом смотрю. Вот два последних видео с Монтиком. Последний, первый день лета, вот празднование дедушки на день рождения. Считаю, вообще классно. Видосики. Поэтому уже говорю, для себя делаю. Люблю пересматривать. Так что, в памяти раз и забыл. Аркашенька позвонила, сказала, приходи. Пока никого нету, грязью намажемся, чтобы народ не пугать. Ты вообще прям без масла делаешь. А откуда сок она дает потом? Свой сок есть. Свой сок есть. Еще вкусные кабачки, так Аркадий делает. Они бывают так полные. На сильном огне. Сырые, на сильном огне. Вот заготовочка к нему, чеснок и зелень. Я уже накрыла стол, жду, когда мне Аркадий уже кушает. А потом у нас сегодня будет пешая прогулочка. Вот. Очень понравилась идея кушать здесь на улице. Я буду скучать по таким ужинам. Черноморская кефаль, очень вкусные кабачки, вот черешни, бокальчик винчика, вот и салатик, сыр, что еще нужно, маслины и море. Аркадий мой шеф-повар нажарил, после моря мы пришли рыбку, просто бомбическая, если честно, кабачки. Черешня на десерт. У меня бокал белого. Аркадий пиво. Салатик. Аркашечка остывает, сегодня идем. Потрясающий фон. Приятного аппетита. Буду скучать по этим вечерам, ужинам с черноморской кефалью. Соль, вот и салфеточки. Шеф-повар лично. Приятного аппетита. Давай. Ой, вот так вот бокал поднимем быстренько. Я сниму и выключу. Смотрите, какая красота. Сказка. Все розы даришь ты мне их, да, Аркаша? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот такой куст красивый. Как красиво. И вот это мне так нравится. Прям под цвет моей одежды. И вот елочка красивая. Еще один сеанс. Ровно 10. Мы уже на месте. Очень понравилось. Хотим по максимуму сделать, сколько возможно будет. Доброе утро всем. Я не знаю, куда я не знаю. Я не знаю, куда я не знаю.
Это для людей называется. Ну да. Сделать надо, принести в следующий раз. У меня в Болгарии есть вот такая красная вороночка. Она как раз по диаметру, как это, и повесить на резиночке. Типа вот так поставил, быстро набрал. Ну вот я сегодня убирала, да, я поняла, что у меня воронки нет. Надо было... По-моему, полезно. Да, нет, вот люди сидят, купаются, хотела показать. Ну что, закрытым делать нечего. Ну, на улице, да, мне больше нравится. Вот и хорошо встал, и сразу все видно. Да, мы опять здесь, я после ванны пришли. У нас теперь будет каждый будний пока такой. Ну что, решаться такой возможности купаться в минеральных водах, да, Аркашенька? Сегодня у нас получается вторник. Правильно я говорю, вторник сегодня? Ну да, понедельник, вчера выходной был, вторник. Я все слышала. Придем, все снимем, все покажем, расскажем. Пока, да, пока это пораньше. Пораньше, да. Один день приедем. Окей, спасибо. Когда нету людей, я опускаю вас внутри. Я в окошко уже все сняла, в принципе. Но в окошко не то, да. Ну, пошлите тогда. Вот у нас музей и аквацентр. Находится в Ветрен. Вас нету, вот так вот. Не имею права. Я старая. Очень красивая. Не вижу, видно, не видно пеликанов. Как ты так далеко ушел, Аркашка? Ой, конечно, не видно уже. Вон они какие красивые. Марин, 125 километров всего. Ну вот они у нас в комплексе один раз пролетали, я помню. Именно. Они, вот солнце на одной стороне, а озеро на другой стороне, вот эти трассы, и они и вот, да, находятся. Они вот так вот. О, как павлин прям. Это какая? Океан? Не, наше море. Черноморское? Разбросы. Ну здесь, Саша, ты читать умеешь, через здесь черноморская рыба? Да, и цепуры во враг нет, все другой. А, вот так вот. Нет, да. Да. Ну давай, кефали или это не будешь брать? Нет, кефали. А меди почем? 5. 5 взять, что ли, попробовать или? Да, да, да. Приехали вот черноморская рыба. Сейчас Аркадию так понравилось. Вот этой рыбы все моей нету, как соленой. Завтра, может быть, будет. Я люблю ее. Вот она покрупнее. Так. Побольше. Нету побольше. Все не, одинаковые. Ну, из них. Ну, я имею в виду из них. Сколько есть, конечно, не знаю. Две, да? Не, три. Еще одна. Еще одну, да. Почистить так же, как да, это. А не пальчик, что делаю? Жарим в муке. Да. Надо еще запечь. Да? Скорее, не в той же раз. Больше вкуснее. Это когда шубы сильнее, все хорошо. Жирная. 4 ты взял? Да. Ага, показывай красоту свою. Барюшки, не одеваешь перчатки? Опачки, 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 красавец. Киски все пришли кушать будут сейчас, головы эти, да? Ты им даешь потом? Кушали много. Много? Одна ухватила. А скрутит пришел? Скрутит. Сегодня за первый раз привезли? Нет, скрутит.
Может, попробовать, говорить, надо было по 25 лет, да. Почему? Не на 25, он на 25. Не ляст будет. Кисто, еще надо дать. Щеточки, вот оно. Что? Поэтому так чистенько. А, это же Черноморский, посмотри. Да, он сказал, да. Вот. Какая? Вот он, который... Ну, я попробую. Скорпит. А что тунихоч, который он предлагал? Очень вкусный. Не будет его вкусно. А эту, которую Фили сделал, положил? Положил, да. Вот сказали, как камбала. Очень быстро получается. Получается. Быстро сейчас. Маньяк. Вот это тоже взяли. Скорпит. Да. Да, покажи, покажи, как он. Ты пашешь кулечки, ну что? А Оля не снимать. Или снимать. Снимай покруг. Очень красиво. Все задокументировал. Люди будут приходить покупать у тебя. Все будет. Он как бычка, он очень. Жвачек ложи. Сегодня на улице жарко, мы решили вот этот стол занести и покупать здесь. Ну, пахнет вкусно, выглядит тоже. Сейчас будем первым этим. Да не, позавтракаем так рыбкой. Как вкусно. Очень. Ну да. Садимся. Пробуй. Слушайте, мы с Аркадием покушали эту рыбу. И поняли, что она очень вкусная. Безумно. И мы решили вот через пляж пойти купить, если осталось еще. Идешь, Аркашенька, пошли, пожалуйста. Сейчас тенечек лепить. Привет. Прям, вы знаете, как семечки. Салатиком вот так прям легко. Это был как бы наш такой, ну, завтрак-обед. И вот на ужин, ну, наверное, ее же и пожарим. Кефаль пускай, которую купили, 4 штуки, останется, ну, на завтра. 2 штуки на послезавтра. Она как бы сохраняется в холодильнике. Хорошо, вода чистая-чистая, да, вот показывала, когда лебедя сверху было видно. Вчера она была очень теплая. После грязей я, когда купалась, и минут 40 купалась еще, Аркадий, потом столько же. Сейчас ножки не буду мочить, на обратном помочу. Сейчас мы вот так идем в магазин. Вы видели, да, какой этот парнишка? Такой спортивный. Вот, Аркашенька, в тенечек сумочку пока поставь. Вообще мне нравится люди, всегда вода чистая бывает. Потому что я помню, один год мы в августе были, это было трэш. Бывало, вот идешь, не знаю сколько, шагов 10, все в тине. Вот сюда поставим, Аркашуль. И я потом прям на море останусь. Мы хотим сегодня на велосипедах потом поехать, наверное, после как пекло сойдет. Садимся. Пойдем посмотрим, будет рыба, не будет. Интересно даже. Было много. Прошло время сколько? Ну, час полтора. Рыбка, ты где? Вода, слушайте, теплая-теплая. Мы вот перешли вот так вот. Я решила все-таки помочить водичкой немножко. Я вообще люблю вот это время, как раз где-то вот час, два, три идет такое самое, знаете, затишье. Потому что уже в 4 бывает, то ветер поднимается. Если есть тенек, я догоню тебя, ты иди потихонечку. Вот там за зеленым домом вот эта палаточка стоит.
рыба, черноморская рыба. Сидишь ты, Нючки, сидишь. Сегодня у нас какое число? 17-е. Ну вот осталось у нас 11 дней отдыхать. И в 12-й мы уже поедем в аэропорт. И очень грустно. Какая-то маленькая. Редко бывает? Очень мало бывает, да? А ты кушал сига или нет? Да, мы уже покушали. Не, мы первый раз ее кушали, да. Вкусно. Желающих нету пока что, кроме нас. Килограмм. Полтора. Да нет, килограмм. Это одну килограмм или полтора? Килограмм. Уже нет. Аркадий вон там, он сразу понес в холодильник положить рыбку. На ужин еще будем кушать ее. А я пошла по побережью, но он сейчас придет тоже на море. Какой красивый видон. Аркашенька нас собирал, пошел. Здесь растет у берега, мы уже вернулись с моря. Сейчас поедем на великах кататься. Ой. Все, мы в пути. Едем на велосипеде. Далекие края. Выехали. Время 5 часов, в принципе, нормалек. Обычно мы с моря в 6 возвращаемся. В этот раз мы решили, чтобы покатиться, надо действительно пораньше выходить. И пекла нету, и уже хорошо. Пляж пустой. Вообще ни души. Такой год еще и точно я не видела. Даже несмотря на то, что уже 17 июня. Ну, Юля, посмотрю, потом спрошу, как появился народ или нет. Наверное, это мой рай. Чтобы у меня смотреть и смотреть. Батюшки мои, Аркашечка, давай сейчас. В конце еще раз приедем, все открыто будет, красиво будет. Сейчас будем делать фоточки. Мы приехали вот в этот красивый подсолнечный рай. Здесь все очень красиво, подсолнухов очень много. Аркашенька, покажи, пожалуйста, все поле. Так хочется побегать. Какой мощный ствол у них. Слушайте, хоть бы у меня на даче тоже было много подсолнухов. Как они там растут, интересно. Очень красиво. Молодец мой оператор. Так, теперь делаем фоточки. Спасибо тебе, Аркашенька, что ты у меня такой есть. Хочешь как под солнухом, хочешь куда хочешь. Такая красота. Да, очень красиво. Очень красиво, не бесподобно. Поехали. Все? Теперь купаться в горячих источниках. Так, не могу уйти отсюда. Хотим забрал. Знаешь, в чем дело? Ага.
крутой. Он почему-то не взошел. Да. Вот, хотя есть чуть-чуть продолжение. И вот отсюда видео красивее, чем оттуда. Ну да. А мы снимали. Да. Да. Аркашенька, давай еще дубль. Это мало. Раз Татьяна преодолела такой порог. Давай. Так, сейчас. Прям вот можете держать так. Там уже включено все. А ну давайте выключим, чтобы выдать. Дубль 2 у нас. Мы здесь сделали, думали, что локация покрасивее, потому что здесь вообще фон офигенный. Поэтому тоже вот так возьми 101 вот так вот. Красиво. Аистов. Не видно, скорость слишком большая, Аркашечка, где? Ну, их много, здесь целая поле аистов. Потише, она да. Снимет. Чуть-чуть я вот. Потише, чуть-чуть. А может быть на заправку? О, это как же заправка. О, Лукойл наш любимый, да. Давай. И я как раз спокойно, без трясущихся руки, в приближенном виде, да еще и со штативом. Ты же взял штатив? Вот с этой стороны. И нужно дизель. Так, ну с этой стороны очень мало аистов я наблюдаю. Конечно, здесь было поле аистов. Аисты очень тоже красивая птица. И когда они гнездятся, вот так сидят. Я показывала уже. Гнезда бьют. Вот такие поля, вон комбайн работает. И они здесь себя кушают, ну хоть бы один аист был поблизости. Первый заход у нас был. Теперь второй пойдем. Вот здесь и стой пока. Ух, после таких процедур и подсолнухов красоты, просто покушать вкусный сыр. Сейчас будем. Опять на море пойдем. Это наш обед сегодня. Мы решили не завтракать, не обедать. Так я думаю, что за шум? Гелик едет такой. А мы едем в соседнее село. Везет на прицепе этот погрузчик. Так классно. Мы выехали, короче, на велопрогулку. Едем на косу. Так, Аркадий где мой? Аркадий скоро придет. А, вон он. Такое хорошее море, красивое. Мы едем на косу. А, там оно еще лучше. Аркадий захотел такую физическую нагрузку. Мы сегодня позавтракали только фруктами. Завтрак. И обед был, в принципе, арбуз с сыром. И хотим только рыбку пожарить вот уже по приезду. Ой, моя шляпа сейчас пойдет. Я ее на заколку сделаю. Ветер. Ой. Дует. Все-таки она упала, но она у меня на заколке. Я ее прикрепила, потому что уже не раз за ней бегала.
Фу, сейчас будет небольшая горочка. Фух. Опачки. Аркадий почему-то не свернул. Или он свернул, подожди. Почему мы же сворачиваем всегда туда? Так же короче. Он хочет длинный путь. Я знаю, путь будет долгий. Мучает меня. У тебя, говорит, тоже живот есть. Иди, говорит, тоже пойди. Я говорила, что в Москве буду диету держать. Мясо столько покупаешь на дачу. Фух. Ой, мы ехали-ехали, наконец-таки доехали. И Аркадий с кайфом пошел в море. Иду, иду. Степку за кофе снимаю. Волшебник мой. От песни сына. Как я люблю чеснок. Если вы любите чеснок, я просто его обожаю. Вот эту рыбку, которая нам очень понравилась. Вся любовь здесь в Болгарии. Давай, хочешь, вот сюда стул сыночек подвинем? Давай, вот сюда ставь стул. Здесь я дверь открыла. Давай. Сейчас, тихо. Ты моя Мадонна, ты никогда не дома. Приятного аппетита нам. Вообще красота. Ну да. Ой, господи. Далеко сел? Да, ну ничего, я подвину сейчас. Ну, перепей вот это. Аркашенька у меня куда-то убежал туда, с кем-то разговаривает по телефону и все показывает. Смотрите, какой красивый закат был. Мы пешую прогулку погуляли сегодня после ужина. Пешком прогулялись. Сейчас покажу. Сегодня я здесь на море даже не была. Получается, утром поехали на минеральные воды. Ой, мой друг, ты где? А, вон он. Тоже показывает кому. Ой. Так, лебедь, а ты где? Лебедушка. Не вижу первый раз. Наверное, туда где-то ушел. С балкона иногда я его вижу. Вот там где-нибудь за углом. Так. Оп. Ля. Ой, хорошо как. Красота. Ну, до завтра. Завтра, по-моему, должна быть тоже одна красивая локация у меня. Если это будет так, то я вам все покажу. Вот там тоже.
тоже. И за поворотом будет. За поворотом уже два. То есть их в этом году больше. Вот там, там. И вон, видишь? Mm. А вон там, вон машина стоит, там источник воды. То есть, если у нас воды нет, мы едем сюда. А вот маленький совсем маист. Один еще гнездо только вьет. Гнездо только вьет, а этот уже навил. Приехали в соседнее село, как говорится. Едем, едем в соседнее село. Виноградник местные люди держат, сами вино, наверное, делают. Мы были сейчас в большой винодельне. Вон оно, винодельня. Каминар закончился, будет сейчас Каблешково. Ехали вот в Каблешково перед лавандовыми полями. И то мы не знаем, цветут они сейчас или нет. Ой, на какую-то ярмарку. Ку-ку-ку. Петушок. Петушок, ку-ку-ку. Яйца домашние. Здесь ярмарка. Фрукты. Черешни, фрукты. Клубнику здесь есть? Клубнику надо посмотреть, хорошая. Вот тоже подсолнухи, да? Ой, что-то мне вообще так... Поверните налево. Ну, когда я говорю, посмотри инжир, он говорит, нафиг надо, и сразу за помидоры. Ну, помидоры, конечно, отпад. А, я вот такие это брала. Греция, а это наш, вот это очень вкусные, сладкие, как мы. А ты почему брала? А не помню, почему мы брали? Угу. Клубника. Голубика. Клубника. А, ну я 10? О. У нас тоже было там 10? Слушайте, мне еще такой момент. 5. Значит, не мне здесь брать. Ага. Вот вы идете? Да, идем еще гулять. Все, Татьяна, тогда встретимся через час. Вот здесь встречаемся, хорошо? Прямо вот здесь? Да. Ага. Хорошо. Если мы разошлись, если мы... Ну, мало ли кому... Старые вещи. Все, что дома завалялось, пожалуйста. Можно прийти и купить. Вот до старого пылесоса. У нас такой в Актау был. Я хочу темненькую, вкусную, да. Почему? Сказали выбирать, вот выбираю. Да? Так, и инжир я сейчас обязательно возьму. Дайте одну. Так, где подарок? Я маништ. А. Да, о, супер. Так, мы приехали. Давай, на.
бабочки. Ну да, то что тут нас дамы две, а он один кинул. Чай, чай, можно. Спасибо. Ты еще, да? Ах, как куста пахнет. А? У меня на даче вот она тоже растет, пахнет. Ну маленький кустик, конечно. Вот надо ее отдельно рассадить, ей надо солнце, я так понимаю. На, а, все, ну тогда Татьяне можно вернуть. На, Аркашенька, держи штатив, чтобы я тоже была в кадре, будем ходить. Татьяночка, мне уже Аркадий дал. Аркадий дал? Да. Так, это французская лаванда, да? Вот у меня дома вот так что-то не очень густо растет. Вот так. Значит, это нормально, он еще просто молоденький. Конечно. Вот. Их надо чаще просто сажать. Ой. Лаванда, горная лаванда, нет, а болгарская лаванда. Чаем можно. Ах, французская лаванда. Там ты меня видишь хорошо, если тебе удобно, возьми поближе телефон, как обычно. У нас там фотозона, ты посмотрите, Татьяночка, мы сейчас с Аркадием сядем. Посмотри, вон. Ага. Удовольствие. Фотозона. Он и качели. И качели, батюшкины мои. Мы сейчас как этот... Качели. Смотри, бабочки. Аркашенька, снимай, я с бабочкой. Смотрите, сколько здесь бабочек. Чё? Ой, я в шоке. Ага, Аркашенька, снимай. Я же там не приближала ничего, да? Ага, вот так чуть-чуть. Ой, я сейчас упаду в обморок. А ты будешь это снимать. Я упала в обморок. Лаванда, французская лаванда на болгарской земле. Так нам сказали, что это именно сорт французской лаванды. Дальше будет этот. Ой, аромат волос сводит меня с ума. Да-да-да-да-да-да-да. А если только пчел, видишь? Пчел. У нас на спире тоже сейчас будет много пчел. Ага. У меня белая шляпа есть. С тобой мы бежевая рассказали. Да, бежевая тебе подойдет. Заботливая наша. Гид. Гид. Аркашенька, давай я пока этот сниму поздравление еще раз. Звук какой стоит от пчел. Да, здесь их море пчел. Ой, Аркашечка, спасибо. Он у меня синее и синее становится. Нам подарили здесь вот такой букетик, да. А который срываешь, оно более яркое. Да. Ну, ее здесь столько много, что не нужно жадничать. Да? Ты не будешь красиво покататься? Или ты занят моим букетом? Она не очень повезет. Нормально, нормально, я отвлеклась на шляпу. Все бывает. Она скользкая. Да, да. Стульчики. Идем в Болгарск. Пойдем в Болгарск. А Болгарская не такая яркая, или так кажется? Подожди, давай лестницу, что зря проходить мимо. Надо. Так, а мы фоточку не сделали на качелях? Ну, как сделали, это? Ну да, я сильно не буду экспериментировать, я просто покажу красоту поля. У меня еще и штатив. Ой. Такая красота.
Ой, так в эту сторону смотрим. Так, Аркашенька, посмотри на нас. Аркашуля. На высоту. Такая красота. А вот здесь у меня пульт есть, но я такой не знаю, как он вообще на связь выкинет. А здесь фото должно быть. Ты его Bluetooth сделал? Bluetooth? Да. Пойдем фоточку сделаю, вот просто вот так сяду посередине. Цветочек дарю вам, цветочек. Вот такая красота. Просторы лавандовые. И тишина. Это на камере. Лавандовые просторы. Вот тебе дарю. От сердца и почек дарю вам цветочек. Я не буду говорить, что мне мой муж цветы не дарит. Вот одну лаванду. Дарит, дарит. Я свидетель. Вот. Ах, какой аромат, какая красота. Сейчас пойдем на качели кататься. Они потом цветочки срывают, да? Так, сейчас такой челлендж снимем. Пустые кресла, и сейчас мы будем сидеть. Вот так вот, хоп. Красивая бабочка какая у тебя там. Аркашечка, я жду. Как так далеко? Не, можешь поближе, чтобы ты в камеру заходил уже. Видео небольшое сними, ну, тоже. Сними с этот шап. Тёмный, так. Да. Смотри сюда. Почему ты так далеко? Ты можешь еще чуть-чуть поближе подойти? Я приблизил. Ну приблизил хорошо, у меня же камера съемки. Я хочу, чтобы было видно, что ты меня фотографируешь. Еще ближе. Фоток не было, кроме на ваш телефон. Пойдемте быстренько, сфоткаете нас. Надо и Татьяну сфоткать. Татьяна, я блок. Красиво.
Так, что ж, мы нафотографировались от души, нанюхались запаха прекрасного. Наверное, вот сейчас мне не видно, что прям очень красивый фон на камере. Надеюсь, на телевизоре, и когда буду монтаж, солнце светит, ничего не вижу. Я надеюсь, очень красиво. Я отсняла. Теперь мы едем на минеральные воды принимать горячие ванны. Этих горячих солнечных ванн нам явно не хватило. Я очень рада, что мы здесь побывали. Вот. Очень рада. Ах, какой запах. На, подержи вот так. Еще раз повтори. А, вообще. Еще раз. Ага. А, вторую. Сколько стоит, давайте возьмем. В бане париться будем и будем. Очень хорошо. Вот в бане да, с лавандой. Да, мы же лаванду всегда покупаем. Это жалко так. Ой, как вкусно пахнет. Короче, беречи. А, хорошо. Да, сколько стоит это? 10 лет. 10 лет. Маш. Да, это и есть. Черная, черная. Не вижу ни одной ягоды. Да я вижу. Сливы давай соберем в варенье. Варенье. Да, конечно, варенье. Аркашечка, собирай сливы. Ой. Вот это белый, а вот это черный. Ой, красный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай своей даме. Он зелёный. Молодец. Ой. На. Подымил. Как в Грозном. Шата Моа. Упала. Жалко. Там красный, да? Арбуз? Да. Арбуз. От него, знаете, да? Что есть? Отстирать. Так это не пахнет. Вот белый. Ой, прямо как этот... Как грозно. Ну, мелкий, конечно, очень. Ну, белый покрупней. Вкусный. Мелкий. Ну-ка, собери-ка своей даме, Аркашенька. Иди сама. Шелку. Шелковицу. Как это испорченное. Ну да, здесь это паутина. Не хватит. Давай вон оттуда повыше-то. Повыше, да, здесь ветки такие. Мы же лес, мы же лес берем. Ой, озеро какое-то, какая красотень. Ой, пение птицы. Я сейчас постилочку постелю здесь, позагораю пока. Ой, много приблагодарна вот нашей соседке. Мы убирали пляж. Ну, как бы и, ну, видимо, зарекомендовали себя как очень порядочные люди, да, как бы, ой, ромашки. Вот. И, значит, Татьяна говорит, я буду ездить на минеральные воды. Хотите со мной? Мы такие, конечно, хотим. И вот, пожалуйста, мы ездим уже какой сеанс, и плюс еще вот мне посоветовала Ирочка, что есть такие лавандовые поля. Татьяна знала, что эти поля есть. Вот так и получилось, что путешествуем в красоте. Ватута черный и белый. Пение птиц. Я перешла дорогу. Вон мои. Здесь я увидела много ромашки все-таки. И в
стоит один подсолнух. Мне его было так жалко, что мне захотелось его забрать с собой. Ему у меня дома будет лучше. Я думаю, тебе здесь одиноко, поэтому я позволю себе. Но это не поле. Он просто задулся откуда-то. Там еще есть один маленький, но он очень маленький. Вот, поэтому идем ко мне, мой красавец. Сейчас я поставлю. Так, вот еще вот эту ромашку я сторону. Переплелась с другим растением. Ладно. Так. Ой, простите меня. Ты принесешь мне радости много. И лаванду сейчас сюда. И красота. Не осуждайте строго. Еще вырастет. Вон Аркадий. Пойдемте. Здесь еще один остался. Я иду, иду, мои дорогие. Так вот. Я его приютила. Он мне будет радовать глаз, этот букет. Стоять с лавандой на балконе. Вот он один остался, но он пускай уже цветет маленький. Два мне не нужно, три было бы. Вот. Так вот, очень повезло, что встретили Татьяну. Она любит путешествовать. Мы с ней вместе ездим везде. И очень за это большое спасибо. Ой. Что только не сделает для красивой картинки. Аркадий сливу собирает, хочет варенье варить. Насобирал. Фух. Так, теперь я достаю лаванду. Аккуратно. Ты готова? Ага. Видал, сколько набрала? И лаванда, и ромашка, и подсолнух. А я, не, мне надо ножницы, чтобы их отрезать. У меня не получается их отрезать. Сейчас. Тогда надо пакет. Да, пакет сейчас сделаю. У меня есть пакетик маленький. Ой, так, ты, пожалуй, оставайся здесь. Здесь я богомол зелененький. Сейчас, у меня пакетик есть, а этот купальник мокрый, чтобы ложить. Погоди, где шлёт. Мне надо с тобой. Вот так. Фух. Первые 20 минут позади. В горячей воде. Я за процесс вот это часовой выпиваю 2. Как минимум. Вот такие водички, которые прям здесь горячая она. Ох. Сегодня мы сидим в тенечке в таком. Фух. А какой запах стоит в лифте. Фух. Уморились. А, какая красота сейчас будет радовать мой взор.
Дальше какие планы? Позавтракаем еще с помидором и на море. Опять на море. А в Москве такой, видимо, ураган был. У брата машина в дерево упала. Какой ужас. Сейчас фоточку выставил. Не обалдела. Так, мы купили фрукты. Ну, запах какой стоит по квартире. Какой букет. Смотрите, и ромашки, и лаванда, и подсолнух. И лаванда в жидком виде, пожалуйста. И фрукты. Инжир был очень вкусный. Да, Пашенька, еще с помидором. Давай быстренько готовим. Малина очень вкусная. Ох, мои цветочки. У нас действительно так сейчас солнечно, жарко. Хорошо, птицы поют, посылают мне видео братья. У одного, к сожалению, на машину упало дерево и повредило заднее стекло, разбито, и фара. И второй на даче показывает видео, как идет сильный ураган. Спирейка моя цветет и пахнет, но у них там очень-очень как бы ветрено, дождливо. Ну, у нас тоже такое бывает. У нас быстро распогаживается. В тот раз вот у нас раз, и мы уже поехали на велосипеде, катались. Было хорошо. Но один год у нас был прям ураган, могу так сказать. Так мне нравится, как он пошел вверх. Прям заметно. Вот так вот, особенно когда сидишь. Опачки. Моя еще с помидором готовится. Вот и моя еще с помидорами. Вот у тебя помидоров здесь она очень-очень много. Перчик, мой красивейший букет. Лучок Аркашенька нарезал перчик. Этот я пока поставила сюда. Вот я еще что купила в Москву отвезти. Будете смеяться. Смотрите, ну болгарский перец. Ну что, ну отвезу, получится вырастет. Не получится, не вырастет. Огурец, кабачок, помидор. Ну может у нас вырастут вот такие, представь, помидоры. На солнце, конечно, такого нету. Аркадий говорит, не вырастет, но я экспериментировать люблю. Вот. Посмотрю. Я обычно баклашечку делаю, вот семидольные листики. Что, посажу, посмотрю. Не знаю, что это за помидорку. А, как вкусно пахнет. Хочу кушать. Аркашенька, тебе явно нужно открыть свой ресторан. Так, конечно, с помидором вкусная. Спасибо. Да, я вижу, Аркашенька, собачки пришли черно сразу, моментально в море. Потому что ей очень жарко. А белый ко мне, наверное, идет. Иди тоже купайся. Давай, 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 иди окунись. Жарко. Сегодня очень жарко. Да, что-то он никак, он в воду боится, трус какой-то. Это кабель белый, а черная девочка. Иди ко мне, мой хороший. У нас сегодня очень жарко. Мы еще сегодня были на этих минеральных водах практически в пик какой-то, аж вот час. Ну вот он ныряет, да, та плавает во всю с радостью. После обеда, вот после с помидоры, мы пришли вот на пляж. Никого нет, прям вообще. Сейчас, только мы с Аркадием, вот еще тетя сейчас собирается уже, вот вышла тоже. Лебедь, белая собака, черная. Привет! Вода чистая, чистая, теплая, теплая, я не знаю, я обожаю теперь в июне быть здесь. Он не пойдет за палочкой, он хочет, чтобы тоже искупался. Мясо кидать надо. Пойдем купаться, беленький он боится. Пойдем, пойдем. Это плавает, молодец. Но Аркадий хотел ему помочь. Он... Она кайфует, да. А этот, я не знаю, вот каждый раз мы наблюдаем, что он не хочет заходить в воду. Ну что, неужели он вообще никогда не заходил? Ну там же прохладно будет. Давай, вот лапки жмочишь.
А так кайфует. Купается. Ну, короче, вот еще сегодня один день завершился. Я думаю, на этой тоже красивой ноте я этот влог четвертый завершаю. Потому что он уже был тоже долгий. На этой фоне картины. Опять с лебедем и с Аркадием, и с купающимися собаками. Я скажу вам всем спасибо за просмотр. И еще я обязательно сниму пятый влог. Обязательно. Спасибо всем за просмотр. Да, радуется, да. Ага. Наверное, Аркадий, как они сказали, пойдем искупаемся. Собаки умнее, чем люди.